Новый год, новая квартира. 30 семей готовятся к переезду. Долгожданные квадратные метры получат переселенцы из ветхоаварийных бараков и дети-сироты. Ключи от квартир они уже получили. Тему продолжит Ирина Гончаренко. Здесь холодильник будет, здесь стол, а здесь шкафы. Пенсионерка Нина Букреева уже обдумывает интерьер кухни в своей новой квартире. Раковина тут стоит, плита тоже. И работать может она и от электросети, и на газу. Нина рассказывает, новую плиту не терпится опробовать, побаловать семью пирогами и наваристыми супами. Переезжать в новую квартиру Букреевы будут уже в субботу. Ее семья получила по программе переселение из ветхоаварийного жилья. Перебираться в новостройку будут из старого барака. Низ уже весь сгнил. У нас вверху, допустим, 23 градуса, 24, внизу 13-15. По полу вообще уже холодно. Как только ветер, так из-под пола все это. Запахи там. Посторонние. Ключи от квартиры Нине Букреевой вручает министр строительства региона Виктор Тупикин. Вместе с новоселами поднимается в квартиру, проверяет качество ремонта, есть ли отопление в квартире и вода. Вау, горячая вода есть. И Букреева – это не единственная семья переселенцев. Для тех, кто живет в старых домах и бараках, выкуплены еще 23 квартиры в новостройке. Плюс 6 квартир для детей и сирот. На новое жилье потрачено почти 35 миллионов рублей. В региональном министерстве строительства добавляют, программа переселения из старых домов новый будет продолжена. Президентом озвучено, и сейчас разрабатывается на федеральном уровне новая программа, которая должна действовать с 1 января 2019 года. Независимо от федеральной программы, выделили на следующий год уже 1 миллиард рублей. Во всяком случае, люди получат хорошие квартиры. Всего в доме 85 квартир, по одной, две или три комнаты. Во всех сделан ремонт. Линолеум, евроокна, стены подготовлены для обоев. Заезжай и живи. Помимо отделки и плиты, здесь уже стоит вся сантехника, унитаз, раковины, краны и большая ванна. Дом построен в новом районе Пласта, рядом детский сад, больница и лес. Для переселенцев и детей-сирот квартиры будут выкупать в квартале Южный. У нас это разработан генеральный план на 14 домов. И сейчас два построено, и еще 12 домов, и мы будем строить Пласт. Я думаю, что в течение 10 лет будет строиться. В регионе в этом году новые квартиры получили более 500 сирот, а по федеральной программе переселения из ветхоаварийного жилья за 5 лет в Челябинской области было расселено 649 многоквартирных домов. Новоселье уже отметили 11 800 человек. Ирина Гончаренко, Павел Клементьев, ОТВ.